FIFA, Call of Duty и также много различных влогов вы сможете найти на канале Наша Медиа. Если вы заинтересованы, то заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, а точнее в новую серию прохождения карты магического паркура. Это 5-й уровень. Кто помнит, мы уже прошли 4, остались 2 последних, 5-й и 6-й. Если мы попадем в 5-й и 6-й уровень, мы будем самыми лучшими магами во всей вселенной. Но это будет очень и очень и очень сложно. Поэтому, ребята, если вы хотите со мной допройти эту карту до конца, то оставайтесь, смотрите видео и также не забываем ставить лайки. Ведь если мы наберем 1200 лайков, я даю вам свое слово, то что я сразу же выпущу следующее видео с прохождением этой карты, любое другое, без мод. Ребята, все специально для вас, для моих любимых подписчиков. А кстати, если ты еще не подписан, то вступай в нашу большую дружную семью подписчиков. Я всех вас приглашаю, потому что каждый подписчик для меня друг. Я буду очень сильно рад, если потратишь секунду, чтобы поставить лайк, подписаться, потому что ты действительно сможешь делать мне приятно. Но мы, ребята, сейчас приступаем к самому видео. Ну что, ребята, меньше разговоров, больше дела. И я не знаю, как я буду это проходить, но это с ума сойти. Кстати, что я сейчас вспомнил. Ребята, наггетсы стакать нельзя. То есть многие мне писали, мол, Эдисон, почему ты не стакаешь наггетсы, мол, допустим, там 50 раз нажать на кнопку, 50 наггетов собрать и побежать себе и больше не кликать на кнопочку. Нет, ребята, это не работает. То есть вы видите... Ага, я забыл, как тут прыгать нужно. То есть вы видите то, что вы можете взять только один раз. Ну и в принципе... Ой! Знаете, что плохо? То, что вам нельзя прекращать играть. В каком смысле? Если вы прекратите проходить эту карту хотя бы пару дней, то вы забудете вообще, как прыгать, что тут делать, куда бежать. Вот смотрите, я не играл в эту карту 2 дня. Я уже, ребята, забыл, как тут прыгать. Ладно, сейчас. Нет, ребята, я уже полностью забыл. Я уже полностью забыл. Вы себе не представляете, как мне тяжело сейчас прыгать. Как мне вообще сейчас тяжело. Я уже сижу тут 6-7 минут, я не могу вот эту первую... Офигеть! Зачем я вообще прекращал играть в эту карту где-то на 2 дня? Мне нужно было ее всю сходу пройти, потому что это просто жопа. Я не могу сейчас вообще ни один уровень пройти, точнее, не то что уровень, я не могу... Офигеть! Зачем я прекращал? Спейс! Почему ты такой конченый? Он у меня опять не заработал. Но я понял, ребята, маленький секрет. То, что нужно прыгать вверх. То есть, нужно целиться очень высоко, где-то, допустим, вот так. Если ты так будешь целиться, то ты мало того, то, что будешь допрыгивать, ты еще будешь допрыгивать потом в конце. То есть, допрыгивать я имею в виду вот по этим блокам. Ты не будешь ни перелетать, ни долетать, ты будешь именно падать на середину блока. И что самое главное, ты потом, на самом последнем блоке, ты сможешь допрыгнуть. Но я не могу пройти этот первый уровень. Ну ты просто издеваешься, если честно. Офигеть. Ты можешь... Это первый... И как это назвать, ребята? Вот это первая дистанция, которую я проходил 15 минут. Я сейчас вот так сяду, с рукой на лице и буду сидеть. Потому что это охренеть просто. Как мне это пройти? Все-таки, знаете что? А тут вообще офигеть. То есть, а тут такая дистанция, что с ума можно сойти. То есть, как-то вот так. А знаете что? Не зря же нам писали... Сейчас, не зря же нам писали то, что в 5-й уровень могут попасть только 1,8% всех людей, которые проходят вот этот 5-й уровень. То есть 1,8% всех магов, да, допустим, которые с 4-го уровня пытаются пройти на 5-й уровень. Я не могу, потому что там, если мы могли прыгать вот так... Постоянно, да, просто нажимать на Ctrl. Но тут нам нужно останавливаться. Вот. Тут нам нужно останавливаться, потому что я не могу с разгону все пробежать. Потому что если я пропрыгаю 2-3 блока, то остальные блоки я просто буду пролетать. Вот, видите? Как это вообще реально пройти? Как это реально эту карту пройти? И я играю 3 минуты уже на этой карте. Это новое видео. А у меня уже... Как? Там ты не можешь даже остановиться, ты не можешь даже остановиться, чтобы просто-напросто заново разогнаться, потому что это нереально пропрыгать всю
Как? А, я понял. Вот, вот сейчас я понял. Нужно очень очень высоко прыгать. То есть очень высоко, но нужно прыгать с самого края блока. Допустим, если мы сюда нацелимся, нужно очень высоко, ребят, потому что видите, вот сейчас. Вот если бы я не был Mozilla, я бы попал на тот блок, и я бы... Да, я понял. Ага. То есть есть тут все-таки какой-то маленький секретик, мать твою. Ага. Вот сейчас я понял. Я понял. Сейчас, это я случайно упал. Я понял, ребята. Ага. То есть нам нужно просто очень высоко прыгать. О, точнее... О, твою мать. Я... Сейчас. Ага, офигеть. Нам просто, ну, если я сейчас упаду, если я туда не допройду, то я появлюсь в... Офигеть, да вы нахрен сумасшедшие или что, я как-то... Идите вы в жопу нахрен! Офигеть, ну ладно, хорошо, что я тут хотя бы сохранился. Все, я сюда допрыгал, да, я... Офигеть! Ребята, никогда... Слышите? Никогда! Никогда в жизни не качайте эту карту. Никогда в жизни. Не качайте, не проходите и даже не смотрите. Не смотрите на эту карту. Потому что это охренеть просто. Я не знаю, кто ее создал, но это с ума может сойти. Сейчас, сейчас... Я не знаю, как там вообще можно пропрыгать. Это пятый уровень, ребята. Вы в курсе, если мы попадем в пятый уровень? Если мы пройдем пятый уровень... то мы будем самыми лучшими паркурщиками в мире. Вот, вот если первый уровень это был... Ну... Что? Офигеть. Что такое первый уровень? Это... Ну что это? Это детская неожиданность. То есть ничего там сложного не было. Мы прошли очень... Ой, мы прошли его очень быстро, так же, как и второй, так же, как и третий. Четвертый уровень, да, я соглашусь, там уже было немного сложновато. То есть я там парился очень сильно по поводу вот этих зданий, которые там... Я не знал просто-напросто, куда прыгать. Но вот этот, вот этот пятый уровень, это просто офигеть, если честно. Это... Это просто офигеть. Если вы сможете пройти эту всю карту, ребята, вы в курсе, вы будете самым лучшим паркурщиком просто во всей вселенной. Потому что мало того, то что, знаете, обычные паркур-карты, ну что ты там делаешь? Ты прыгаешь, ну ладно, прыгнул туда, это я промахнулся. Ладно, прыгнул туда, ладно, прыгнул сюда, туда-сюда, туда-сюда. А тут нужно мало того, что соображать, как прыгать, с какой скоростью прыгать. И вообще, куда прыгать, и как лучше прыгать. Это вообще офигеть, ребята. Вот смотрите, и сейчас мы дошли вот... И сейчас мы дошли вот сюда, и нам нужно хотя бы туда пробраться, если я... Если я не упаду, то я хотя бы сохранюсь. Вот сейчас... Вот так, замечательно. Ну, мы хотя бы сохранились. Сейчас нам нужно туда допройти. Я надеюсь, то, что я эту... О, залагала, офигеть, залагала, но все же я и так смог пройти. Если я хотя бы смогу пройти этот уровень в этой серии... Ребята, я вас всех рассылаю, потому что вы просто не представляете, какие это нервы проходить вот эту карту. Если ты не допрыгнул, если ты куда-то не туда прыгнул, вот это я промахнулся, потому что меня подлагало немного. Если ты еще что-то не то сделал, то ты просто так бесишься с этой картой. Сейчас я перепрыгнул, то есть видите, как это сложно? Ребята, честное слово, напишите в комментарии, сколько вы прошли уровней. То есть, если кто-то скачал карту... О! Если кто-то скачал карту, ребята, пожалуйста, поделитесь, сколько вы уровней прошли и вообще смогли вы хотя бы, ну, хотя бы что-то пройти, да? Потому что, ну, согласитесь, то, что это реально сложно. Если я на пятом уровне уже так психую... Вот представьте на секунду, если я все же смогу дойти сейчас... Если я все же смогу дойти до шестого уровня. Ребята, представьте, что будет с Эдисоном на шестом уровне. Представьте, что будет с моими нервами. Вот просто представьте. Это просто охренеть будет. О, чуть-чуть. О, еще раз.
сюда, сюда, замечательно. Главное не упасть. Вот так. Все! Все! Нажми, нажми, когда все будет выполнено. Шестой уровень! Мы прошли пятый уровень. Сколько это у нас времени? В принципе, не так-то много. Даже с этим, ну, если учитывать то, что я на начале не смог разобраться, ну, какую тактику нам выбрать, я вообще не смог ничего сделать, то мы прошли этот уровень приблизительно за 11-12 минут. Это шестой уровень, он называется Skylands, то есть, ну, небесные долины, да, можно и так сказать. Сейчас, что тут у нас пишет? А, то есть полоса вот этих блоков, которые будут выставляться у нас на среднем уровне, вот эта фигня, которая будет спавнить блок через раз, а не вот так постепенно сломана, то есть она будет через раз спавнить. И смотрите, что написала. Vertical Movement Disabled. То есть, я не знаю, мы прыгать что ли не сможем или не сможем спавнить вверх куда... А, сейчас мы посмотрим. Так, Vertical Movement Disabled, ну, moving up or down. Ага. То есть, я, это что за бред? Я не могу двигаться ни вверх, ни вниз. Это в каком, в каком смысле? Ага! Сейчас. То есть у нас вот это спавнится только, только вперед, оно не спавнится. Оно не, ребята, вы видите, что это за хрень? Вы видите, что они сделали? Это фигня, 100% нам нужно сюда, да. Вы видите, что они сделали? Эта фигня, она сломана. Она не спавнится вверх, она не спавнится вниз. То есть мы можем только передвигаться вот так, прямиком. Если нам, например, нужно куда-то сюда забраться, то нам нужен способ подняться вверх на какую-то лестницу. Вот тут мы сохранимся. Нам нужен способ какой-то подняться вверх и... еще что-то сделать. Ну, допустим, я сюда добрался. Вот 100% нам сюда нужно. 100% нам сюда нужно. Видите? Вот как-то вот так встать и туда. Но что самое хреновое, я не вижу тут кнопочки. Может, она в лаве? А нет, вот она. То есть, смотрите, что нам нужно. 100% вот сюда и 100% вот сюда. И, наверное, даже вот сюда. Сейчас. Сейчас. Вот видите, то есть уже даже вот такой маленький паркурчик, но все же он начинается. Вот смотрите. Так, так, так. Пройди, не упади, пожалуйста. Фу, прошли, замечательно. Так, тут у нас есть что-то спрятано. Я думал, там кнопочка, прям идеальное место для того, чтобы разместить там кнопочку. Ух ты. Секунду, и что мне сейчас тут делать? То есть мне вот тут, это, знаете, это уже даже не паркур карта, это уже не знаю что. То есть вы видите то, что мне вот тут нужно будет искать где-то кнопочку или что мне нужно делать? Вы видите, как они закрутили эту карту? Вот, сейчас. Это что? А, это трава. То есть вы видите, как они закрутили эту карту? Это просто... О! If you fall from the building, kill yourself here. Если ты упадешь с здания, убей себя тут. Это самый лучший совет, который я когда-либо слышал, видел и просто читал. Офигеть. То есть, если ты упадешь со здания, убей себя, добей себя, да? То есть, у тебя будут сломаны ноги, руки, переломы, чуть-чуть ли ты ползать не сможешь. Потому что у тебя все будет сломано. Убей себя. Замечательно. Ну, кнопочку я хотя бы нашел. Сейчас нам нужно 100% сюда, да? Офигеть. Ребята, вы в курсе, что только 0,8% могут пройти шестой уровень? То есть меньше, чем 1% людей могут пройти вот этот шестой уровень. Это статистика карт, это не я придумываю. Когда мы начинали эту карту, на самом начале у нас была небольшая статистика. Мол, ух ты, нифига себе. Мол, разработчики этой карты написали, что... Сейчас. А что... Если ты пройдешь первый уровень, если ты пройдешь второй уровень, третий, четвертый, то если ты сможешь пройти пятый уровень, то ты будешь прям уже нереально. Какой класс? Вроде красный маг. То есть, ребята, мы уже красные маги. Мы уже, потому что 1,8% людей могут пройти... А, сейчас, давайте мы сюда запрыгнем. Могут пройти пятый уровень. И мы это сделали. Да, ребята, я вас всех приглашаю. Поздравляю, точнее, потому что без вашей поддержки я бы вряд ли это смог сделать. Но все же... Если мы сможем пройти вот это,
Если мы сможем пройти 6 уровень, мы будем самыми лучшими магами во всей вселенной. Мы вместе с вами. Я чуть не упал. Вот так, замечательно. На... Это что такое? Тут... Ну, 100%, я прям уверен, что они где-то тут спрятали кнопочку. Что это за фигня? Ага, вот видите, ребята, это уже даже не паркур, это поиски, это вообще нужно все думать, продумывать эту карту, потому что это офигеть. Сейчас нам сюда нужно. Замечательно, поднимаемся и перепро... То есть, лестницу они не могли сделать, да, с первого этажа на последний этаж. Нет, лестницу они не могли сделать, нужно было, чтобы с этажа одного дома... перебираться на этаж другого дома. То есть на другую сторону дома. Другого! Офигеть просто. Я сам запутался, что я сказал. Ребята, вы не кричите, я сам запутался. Но вы, в принципе, поняли, да? В какой-то степени. Так, сохранимся. Вот именно нужно вставать на вот эти блоки, потому что это чекпоинт, ребята. Они вас сохраняют. Если вы упадете, если вы умрете, то вы появитесь вот тут. Потому что, ну, если высокая... Очень высоко, да, то... Сейчас... Знаете, когда ты паркуришь, когда ты вот так паркуришь, то нужно сосредоточиться 100%. Потому что если ты будешь о чем-то другом думать, то ты упадешь просто. Я не вижу тут кнопочки. Она, в принципе, должна быть где-то тут или... Не знаю. А тут есть вообще какой-то... Лука. Это самая лучшая подсказка, которую я когда-либо видел. Ну, по идее, нам сюда нужно, в принципе... Что-то за хрень была? Почему я не мог прыгнуть? Наверное, там в башку мне что-то ударилось? Фиг его знает. Наверное. Так. Ребята, помогите. Ой, прошли, замечательно. А что там внизу было? То есть... Ну, наверное, если ты сюда упадешь, то просто прыгни вниз. Спасибо, очень крутой совет, но я как-то обойдусь, и я попрыгаю дальше. Хоть я не знаю куда, но, наверное, вот туда, да? То есть нам... Ай, сейчас. Нам нужно сюда забраться, потом сюда забраться, и, наверное, вот сюда на самую верхушку, да? Вот так. Сейчас. Тут, знаете, тут каждый прыжок... А, мне, в принципе, нужно было сюда даже прыгать. Видите, тут уже обычный паркур пошел. Это уже обычный паркур, конечно, без всяких там... Твою мать. Без всяких там... Хотя нет, лестницы тут есть все же. А я смогу туда допрыгнуть? Да, смогу. А, так. Вот, это уже обычный паркур. Поэтому будем надеяться, что я смогу его пройти. Потому что паркурист... Паркурист меня, конечно, никакой. Давайте где-то вот... Во! Я понял схему, как нужно спавнить правильно вот эти блоки, чтобы не ударяться башкой. Да ты чё? Ты охренел! Это просто шуточки-прибауточки нафиг вот этой карты, честное слово. Сейчас. Это троллинг. То есть, ну откуда человек может знать то, что там... Что там не заспавнится блок? И сейчас я понимаю, что нам нужно делать. Нам нужно спавнить блок как можно ближе к этому, чтобы допрыгнуть. Но что хреново то, что я не смогу допрыгнуть, потому что я там башкой стукаюсь. Вот так! Вы себе не представляете, сколько это времени занимает спускаться отсюда, доставать кнопочку, точнее наггетс, и потом обратно туда подниматься. Это офигею. Вам это секунда, ребят, потому что я ставлю на паузу, когда я вот это делаю. Но на самом деле это пару минут, и хоть я это прошел по рамкам видео за 2 минуты, но в реале я прошел это за минут 7-8, если даже не больше. Вы что, с ума сошли? Нам нафиг по кактусам нужно прыгать? Нам нужно реально по кактусам прыгать! Ну, хоть не умираем, да, хоть не умираем. Сейчас вниз. И сейчас сюда. А тут разве раньше прохода не было? Фиг его знает. Ладно, сейчас куда? Ага, нам сейчас обратно нужно вверх подниматься. Да твою мать, а. Ух ты. Ой. В
Вот так. Сейчас нам 100% нужно забраться, вот смотрите, куда. Вот сюда и вот сюда. Потому что мы можем направлять прицел только прямо, да? То есть вот эти блоки, вот эта рельса, ну, в принципе, можно ее так называть, да? Она спавнится только прямо. Она не спавнится ни вверх, ни вниз. Поэтому это сломано, можно сказать. Сколько времени прошло? Нажми, когда все будет готово. Все? Хорошая работа, Мак. А, тест окончен. Теперь выбор, какой будет твоя жизнь, это твой выбор. Dream big, то есть мечтай много, да? Ну не то что много, мечтай великом, да, если так сказать. Все? Мы закончили все курсы магии, мы прошли всю карту, и все, мы сейчас самые большие маги во вселенной, и все, мы живем в своем домике, вот верстачок, вот печка, вот сундучок, вот кровать, и все. Все. Я могу вот сейчас так сесть на расслабончике, я самый крутой маг во вселенной. Но если честно, мне кажется, пятый уровень даже намного сложнее был, чем шестой, то есть... Ну что в шестом такого сложного было? То, что мы не смогли целиться вверх, не смогли целиться вниз, то, что просто... Ну, это, в принципе, ничего там сложного такого не было. Я, если честно, вообще на третьем, четвертом или пятом уровне парился больше, чем на шестом. Я не знаю, как они его делали, что они делали, но, в принципе... Ладно, ребята, забыли, прошли эту карту, ее полностью забыли, поэтому, ребята... Все, больше мы не будем париться по этому поводу. Но если вы хотите больше таких карт, если вы в принципе хотите больше карт, чтобы я проходил, да и не то что карт, ладно, вообще больше видео, ребята, все что вам нужно, это секунду времени, чтобы поставить лайк, но я для вас выпущу новые видео как можно чаще, как можно больше. Поэтому, ребята, не ленитесь, поставьте лайк, это действительно сможет сделать мне приятно. Набираем 1200 лайков, я сразу же выпускаю следующее видео. Поэтому, ребята, решайте сами, когда оно выйдет. Также я всех вас, кто еще не подписан, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому не поленись, подписывайся, я действительно буду этому очень сильно рад. Ребята, к сожалению, сегодня мы заканчиваем, но не... грустим, потому что мы встретимся в следующем видео, и когда оно выйдет, и какое оно будет, зависит только от вас. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, именно тем, кто досмотрел это видео до конца, не выключил его на самом начале или на середине. Большое вам спасибо, вы реально заслуживаете уважения, и всем удачи, и всем пока.